Здравствуйте. В прямом эфире телекомпании «Одинцова». Программа «Главная тема». Меня зовут Евгения Августина. В Московской области заработал оперативный штаб волонтеров «Мы рядом». Жители региона снова могут обратиться к добровольцам за помощью по дому, с доставкой продуктов, лекарств, за психологической поддержкой. Кому будут помогать волонтеры? Об этом мы сегодня поговорим с Кириллом Артемьевым и Марией Плесенковой. Здравствуйте. Здравствуйте. А я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Наш номер телефона 8-495-508-86-84. Также у нас идет прямая трансляция в социальной сети Instagram, и там в комментариях вы также можете оставить свои вопросы. Кирилл, Мария, давайте начнем по порядку. С чего начался ваш путь в волонтерство? Мария, предлагаю уступить очередь. Ну, мне в колледже в 2018 году предложили съездить на новогоднюю елку в лесной городок. Для детей-инвалидов она организовывалась, и мне стало интересно, почему бы и нет, съездить. И вот я уже 2 года волонтерю. Кирилл, а у вас с чего у все началось? У меня приблизительно такая же история в техникуме, только на год позднее. Мы также от нашего волонтерского штаба в техникуме, который есть, поехали также на новогоднюю елку. Также проводили новогоднюю елку для детей-инвалидов. И с этого точно так же начался мой путь. Потом затянул и, собственно, продолжил свою волонтерскую деятельность. А чем привлекло? Ведь, по сути, это та же работа в свободное время, еще и деньги при этом за это совершенно не платят. Просто стало интересно. Люблю помогать людям. И мне приносит это какое-то удовольствие. На самом деле, вот от того, что ты осознаешь то, что ты помогаешь людям, вот что-то вот в сердечке действительно вот ёкает, и это настолько затягивает, что без этого уже тяжело жить, и ты сидишь дома, маешься, не знаешь, чем заняться, а тут вроде и выполняешь и полезные какие-то действия, помогаешь людям. Вот, скажем так, за свою волонтерскую деятельность кому помогали? Вот детям, да, с ограниченными возможностями, еще кому? Вот во время пандемии людям, гражданам старше 65 лет, многодетным семьям, маломобильным людям. Также помогали в приютах, на разных мероприятиях тоже. Организовывали акции, участвовали в акциях, участвовали в форумах, набирались опытом. Вот это довольно-таки обширный спектр действий у нас. А вам, как волонтерам, что интереснее? Все. Да, абсолютно. Вот любое мероприятие, хоть ты помогаешь, хоть ты организовываешь, хоть ты учишься, становишься сам участником какого-либо форума, это все очень интересно на самом деле. Но на самом деле с разными людьми работаете, и ведь каждому нужно найти определенный подход. Вот как этот подход найти? Мне кажется, надо быть просто открытым человеком по своей сути, быть добрым и открытым, и люди сами к тебе тянутся. То есть они видят, что ты действительно можешь преподнести какую-то помощь, то, что ты можешь им что-то дать, они как-то, я не знаю, в духовном плане это чувствуют это и сами тебе открываются. Вот, скажем так, большинство из тех, кто обращается к вам за помощью, это люди, которым действительно помощь нужна? Да. Нет вот. Таких, которые просто, да, хотят как-то легко из ситуации выйти? Нет, действительно обращаются люди тем, кому действительно помощь нужна. А я думаю, вряд ли кому-то стоит напоминать, просто хочется констатировать. Весна этого года была непростой. Съемочная группа нашего канала неоднократно освещала деятельность волонтеров Одинцовского округа в своих материалах. Давайте вспомним, как это было. We'll be right back.
связи со сложившейся эпид-обстановкой, к сожалению, всех волонтеров в студию пригласить мы не можем, поэтому к нам сейчас по видеосвязи присоединятся, мне кажется, волонтер, который не нуждается в представлении, Стефан Ангелов и руководитель подмосковного волонтерского штаба Вадим Лупоносов. Здравствуйте. Здравствуйте, Вадим. Здравствуйте, Стефан. Здравствуйте. Как ваши дела, как настроение? Отлично. Ну, судя по пейзажу, который за вами, вы сейчас на посту. Не отдыхаете. Так точно. Чем занимаетесь, если не секрет? Мы отслаживаем по поводу штаба, так как сегодня тут наш коллег. Мы сейчас работаем со сложными заявками и продумываем схему будущего, чтобы адресную помощь каждому нуждающемуся, чтобы никто не стал в стороне. И максимально короткие сроки. Стефан, вот не могу не спросить, почему вы стали волонтером, зачем вам это нужно? Ну, изначально у меня в семье, я брал пример со своего отца, мамы, помогали людям, и у меня как-то с детства это сложилось, и уже в нашем округе я увидел достаточно мощное движение волонтерское, решил присоединиться и помогать людям. Вадим, а если вы так подводить итоги ушедшего, да, ну, скажем так, весеннего сезона, можно примерно сказать, сколько заявок выполнили наши волонтеры? За первую волну 3500 заявок волонтерами Одинцовского городского округа. 3500 заявок. А не было ли выгорания у волонтеров? Тяжело ведь все-таки достаточно было. Ну, конечно, было. Без этого никуда. Работаем, постоянно проводим какие-то... Стараемся мотивационные, поощрительные системы, чтобы ребята команды образовывались. Администрация очень хорошо нам помогает до Одинцовского округа. Стефан, а вам не хотелось взять и все бросить? Нет, только наоборот, двигаться вперед, развивать это все. А вот была ли какая-то, может быть, заявка, какая-то просьба? Вот насколько я помню, вы все просьбы молниеносно исполняли. Может быть, была какая-то заявка, которая особенно запомнилась? Ездил к многодетной семье, отвез продукты и разбил игры. Вот мне было прям приятно наблюдать со слезами, когда дети, они увидели игры, обрушили там доставать пазлы, настольные игры, и они вот прям искренне были рады, благодарны, то, что о них помнят, приезжают, поддерживают. Вадим, а в каком формате возобновил работу волонтерский штаб? Все будет так, как было весной, или что-то изменилось? Не изменилось ничего, наоборот, добавились какие-то индивидуальные истории. Мы можем оказывать и психологическую помощь людям. И добавилось еще то, что мы можем, наши волонтеры могут оказывать помощь по дому. Стефан, ну вы также активно будете принимать участие, правильно? Или какую-то другую же работу будете выполнять? Нет, нет, также будем мы и заявки выполнять, и налаживать работу штаба, полностью все вместе будем делать. Ну и не могу не спросить, Вадим, а были ли случаи заболевания коронавирусом среди волонтеров? К счастью, не было случаев заболевания, надеюсь, не будет. А как вы думаете, благодаря чему удалось этого избежать? Пользовались волонтеры средствами. Вот так связь нас подводит. Защиты, маска, звонок. Да, они все волонтеры ходили в перчатках, в масках, обрабатывались антисептиком руки, перчатки после заявок и маски выкидывали, строго соблюдали все нормы защиты. Кстати говоря, Стефан, а вам не страшно было заболеть? Если честно, в тот момент мы не думали, что вот так связь нас подвела, но я думаю, что, к сожалению, да, связь окончательно потеряна. Я думаю, что волонтеры прежде всего думают о других и не думают о себе. Да. А вот это что, склад характера такой? Как удается забыть о себе? Мне кажется, это какие-то моральные нормы, принципы закладываются с детства, воспитание в школе, в детском саду, родителями и какими-то, не знаю, жизненными факторами. И вот... Какие бы, допустим, у меня сложные ситуации по жизни не были, у меня все равно сложился такой характер, то, что я максимально открытый, позитивный и коммуникабельный человек. Вот мне подсказывают, что Вадим и Стефан с нами снова на связи. Вадим, Стефан, вы с нами?
Связь удалось восстановить, но ненадолго. К сожалению, ничего не получилось. Вот, а как вы думаете, в принципе, любой человек может стать волонтером? Ну, наверное, да. Мне кажется, да, любой человек может стать волонтером. Главное, чтобы от него, от самого шла отдача, какой-то вот позитивный настрой, чтобы он был настроенный на работу. То есть это не в принудительной форме. То есть человек сам приходит и заявляет желание стать волонтером, помогать не с корыстной целью какой-то для себя, а чтобы помогать прежде всего людям. Вот Стефан и Вадим с нами на связи. Я надеюсь, что третий раз будет успешнее, чем второй. Стефан, Вадим, вы с нами? Да, оборвала эту связь. Да, вот, собственно, да. Не страшно ли было вам выходить в магазины, ездить по семьям, помогать другим людям, потому что риск заразиться повышался в разы? На самом деле, даже не задумывались, то есть, что страшно. Заявок было очень много, и то есть, все были в работе, то есть погружены в помощь нашему населению. Ну, к сожалению, рост заболеваемости наблюдается, и помощь волонтеров сейчас снова будет очень нужна. Вот, может быть, хотите сказать слова напутствия тем, кто захочет присоединиться к волонтерскому движению? Или, может быть, просто людям, которые в помощи волонтеров будут нуждаться? Вот как себя вести, что делать, чтобы мы этот период сложный прошли максимально благополучно? Главное, максимально короткий срок обращаться либо в наш волонтерский штаб для помощи, чтобы мы могли ее оказать максимально быстро, либо, если все же есть какие-то симптомы, звонить врачам и не обременить с этим. Ну и не пренебрегать средством защиты, желательно в массовых местах надевать маски, антисептиком обрабатывать и более серьезнее относиться ко всему. Также, может, те, кто желает, может звонить мне напрямую на мобильный номер, и скажем, ответить. Спасибо большое, Вадим, спасибо большое, Стефан. Берегите себя. Мы постараемся тоже поберечь себя и, может быть, где-нибудь, когда-нибудь присоединимся к волонтерскому движению. Ну, вот не хвастовство ради, хочу сказать, что наша съемочная группа и без камер тоже немножечко присоединялись. Маша, у меня сообщение для вас есть. Наш инстаграм, оно поступило от Паршиной Елены. Может быть, знаете такую. Маша, весь твой лицей номер 6 гордится тобой. Ты и все вы большие молодцы. Вот, наверное, спасибо. Это то, ради чего стоит работать. Да, мне есть некоторая мотивация помогать людям. Мне это нравится. И это как моя вторая жизнь, не могу вот без этого. То есть такой своеобразный наркотик, да? Такая зависимость образуется. Да. Ну, в общем-то, хорошо, когда зависимость вот такая, а не какая-либо другая. В сентябре глава Одинцовского округа в парке Раздолье наградил волонтеров за их самоотверженный труд. На торжественной церемонии побывала съемочная группа нашего канала. Внимание на экран. Ольга и Наталья давно помогают людям. Их деятельность оказалась особенно необходима в период пандемии. Главное – сопереживание и человеческое участие, уверены волонтеры. Пожилые люди нуждались именно в человеческом общении. Им было очень тяжело долгое время находиться дома. Они просто даже через закрытую дверь, через приоткрытую щелочку пытались пообщаться хотя бы хоть как-то через слезы. Это было на самом деле морально очень тяжело. Тем не менее, вот такая поддержка волонтерская, она тоже имела место быть. После каждой квартиры идет новый прилив сил. Потому что в каждой квартире тебе говорят, ой, спасибо вам большое, там, счастья, здоровья, личной жизни и всего огромного. Это больше стоит, чем какие-то денежные вливания. В парке Раздолье волонтеров Одинцовского городского округа наградили почетными грамотами. Вручать награды и медали таким людям – большая честь, считает глава округа Андрей Робертович Иванов. Они бескорыстно помогают всем, кому это необходимо, даже в самые сложные периоды. Я не знаю такой страны в мире, ни одной, где было бы такое масштабное волонтерское движение с такой вот действительно отзывчивостью и с такой искренностью, которую проявили вы. Теперь отчетливо понимаешь, почему наша страна всегда побеждала и будет побеждать, я уверен, во всех крупных сражениях. Потому что у нашего народа вот такой особенный дух, особенный настрой. Слова благодарности, праздничный концерт, теплые рукопожатия, памятные фото. Этот праздник они заслужили. Я очень рада, что у нас есть возможность поблагодарить, наградить, просто пожать руку и посмотреть в глаза
людям, которые трудятся на нашей земле. Я искренне хочу вас поздравить. Самое главное, чтобы мы все вместе были здоровы, успешны, сплочены и друг друга понимали. Молодежные общественные организации – люди разного возраста и профессии. Их объединяет одно – стремление помочь, поставить плечо в трудную минуту. Это вот такой парад. Парад доброты, парад огромного сердца людей, которые помогли и пришли в трудную минуту. Мы одни из первых в Подмосковье прикоснулись к этой короне вирусной инфекции. Нам было очень тяжело, но благодаря этим людям мы справились с такой задачей. Волонтерская работа не имеет ограничений. Это образ жизни, склад характера. Добрые дела не закончатся никогда, а значит, у волонтеров всегда будет работа. В прямом эфире телекомпании «Одинцова» программы «Главная тема». Сегодня мы говорим о волонтерстве. Наш номер телефона 8-495-508-86-84. Волонтерский штаб вот только возобновил свою работу, но я так понимаю, что и до этого момента вы без дела не сидели. Например, помогали жителям округа соблюдать масочный режим. Вот расскажите, пожалуйста, как это все происходило, что делали? У нас были определенные точки, где мы раздавали маски. И мы подходили к людям, кто был без масок, просили либо надеть маску и сами предоставляли, если у кого-то нет. И всегда просили соблюдать масочный режим, потому что тоже и штрафы, и могут люди тоже заболеть, а маска хоть как-то может защитить. А как люди реагировали? По-разному, на самом деле, но многие люди, наоборот, с удовольствием брали, говорили спасибо, некоторые по несколько брали масок. Некоторые скептически относились к ситуации в целом, то, что происходило, и поэтому отказывались от помощи. Но настаивать, конечно, мы не можем. Мы предлагаем помощь. Если люди соглашаются на эту помощь, мы предоставляем и делаем все возможное. Ну, а сами носите маски? Да. Да, и в техникуме, и в штабе, постоянно вот в помещениях. В общественных местах. В общественных местах постоянно, и в маршрутных каких-то транспортных средствах, и в электричках всегда абсолютно. Ну, вот, кстати говоря, да, с коронавирусом, к сожалению, наша жизнь изменилась. Вот какие привычки, может быть, появились у вас, и что изменилось в вашей маску жизни? Маску носить и антисептик с собой носить. Да, да. Вот это самое вот основное, и все. И, ну, я не знаю, я просто как-то больше гигиене стал, больше относиться постоянно вот так, я не помыл руки, так, надо надеть маску, в магазин захожу, обязательно маска, вышел, там продукты питания какие-то домой тоже себе купил, надо обработать антисептиком обязательно, ну, потому что, ладно, моя жизнь, но жизнь окружающих, родных, близких, тоже помогаю людям, чтобы, не дай бог, не заразить. А были какие-то моменты, которые тяжело дались в этот период? Ну, вот по себе могу сказать, да, лично мне социальная дистанция. Очень тяжело, когда ты с кем-то встречаешься, и не обняться, ничего, собственно, ты себе уже позволить не можешь, потому что нельзя. Ну, мы постарались привыкнуть, и вот между мальчиками без рукопожатий, больше уже там кулачками стараться как-то, вот, чтобы минимальный контакт был. А так, как таково, каких-то вот прям кардинальных изменений. Тяжело, да, первое время было, но мы как-то обвыклись. Уже все привыкли. Да. А Ольга Лощева в нашем инстаграме всем желает здоровья. Собственно, остается только присоединиться к этому замечательному пожеланию. Смотрите, ребят, да, весной все-таки большинство из нас были на удаленке. Да, школьники были дома, студенты были дома. Сейчас занятия проходят в очном формате. Вот как-то это отразилось на вашей волонтерской деятельности? Ведь времени теперь стало меньше свободного. Ну, на удаленке действительно было легче работать, и как бы учебу ты особо не пропускал. Можно было, допустим, я работал на дальних заявках, можно было прямо в автомобиле сидеть, слушать лекцию на какой-то короткий период времени. Откладывалось что-нибудь? Откладывалось, да. И вот выполнять заявку, и попозже получается снова на лекцию. Вот сейчас это, конечно, тяжелее. Плюс я учусь во вторую смену, но максимальное количество времени, которое у меня есть, с утра до учебы и после учебы, после 7 часов вечера, тоже стараюсь какие-то вот дела делать. Маш, у вас получается выкраивать время? Да, и у меня тоже спокойно из колледжа отпускают, мне говорят, если надо, езжай. Да, у нас действительно повезло в этом плане. У меня хороший руководитель, мастер, он прям
замечательный человек, всегда отпускаю, говорит: Кирилл, это хорошее действительно дело. Держу за тебя кулачки, да. Кстати Молодец. Говоря, в связи с этим стало меньше волонтеров или примерно то же число? Нет, не скажу, что меньше. Вот какой-то вот определенный поплавок держится на уровне. Ну, да, стараемся... костяк, он, наверное, всегда один и тот же да, есть. Да, да, да. Стараемся все-таки каким-то вот образом, чтобы было и нам полегче, как можно больше народу завлекать в нашу сферу. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире 8-495-508-86-84. Наш номер телефона. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Иван. Иван, очень приятно. У вас есть вопрос к волонтерам? Да, хотел бы спросить, а что является главной мотивацией вот для вас лично и для вашей команды? Спасибо большое, Иван, за ваш вопрос. Самой главной мотивацией лично для меня, как я только начал работать именно вот в пандемию, вот на момент распространения коронавирусной инфекции, по выполнению заявки, благодарность дедушке, улыбка бабушке. Вот это на самом деле очень вот греет душу. И вот ты знаешь, что тебе надо ехать вот абсолютно в другое место, где-нибудь километров за 15-20. И это не кажется чем-то обременяющим. Это, наоборот, какой-то стимул и мотивацию дает на это. Вот. Намного прям проще становится, когда четко выполнил задачу, и тебе максимально благодарна. Маша, для вас. Помощь людям. Вот я тоже присоединюсь к словам Кирилла. Да, вот улыбка бабушки, улыбка дедушки, слова благодарности. Некоторые, да, пытались там шоколадку дать, но нет. Главное, вот просто вот спасибо и все. Я по своему небогатому волонтерскому опыту могу сказать, что от этой шоколадки еще как-то надо уметь убежать, потому что это да. очень это тяжело. Очень вот тяжело как отказаться. Поделитесь секретом. Очень тяжело отказаться. Иногда прям вот невозможно отказаться. Настолько люди благодарны. Но мы стараемся больше как-то максимально безвозмездно оказывать помощь. Просто бывали ситуации, когда и денежкой пытались помочь, но вот денежку прям вот принципиально никогда не брал. Отказывались, не могли это взять. Ну, я хочу сказать, что вот, опять же, свой небогатый опыт. При этом я хотела отказаться от сдачи. Ну, как бы там не такая большая сдача, чтобы мне ее приносили. Но у меня не получилось, потому что вот все-таки наши пожилые люди, они настолько честные, они настолько открытые. Они расстраиваются, действительно. Они тоже хотят как-то отблагодарить. И вот когда они прям максимально расстраиваются, у меня была ситуация, когда бабушка пыталась там помочь вот. Я не знал, что по списку продуктов там шоколадка, я думал, это ей. Вот. А она приготовила ее специально для меня. Вот. И она начала прям плакать. Ну, тут уж надо взять, мне кажется. Да, и уже отказаться никак было. А я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире 8-495-508-86-84. Здравствуйте. 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 Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Лидия Александровна. Лидия Александровна, очень приятно. Задавайте, пожалуйста, ваш вопрос Марии Кириллу. У меня такой вопрос. Я вчера позвонила по общему ковидному. Угу. Мне ответили, что там обслуживают только Москву. А в прошлый, вот когда у весной пандемия была, ко мне приходили одинцовские. А сейчас мне ответили, их нет. А тут вижу, волонтеры есть, сидят. Есть, все есть. Ребятишки все такие хорошие. Как бы это мне бы заполучить? Как мне с ними связаться, чтобы... Позвонили мне. А вы оставили ваш номер телефона? Хорошо, оставлю. Оставьте, пожалуйста, ваш. И Мария сейчас скажет номер телефона. А редактор, я попрошу поставить специальную плашку, на которой этот номер телефона будет написан. Но Мария на всякий случай его продиктует. По номеру, к которому можно обратиться людям за помощью, это 8-800-201-91-21. Я надеюсь, что все успели записать, но если нет, то он у нас сейчас выведен на экране. В общем-то, его можно разглядеть. 8-800-201-91-21. И одинцовские волонтеры обязательно придут, да. Правильно? Да. Вопрос от Александра 2020 поступил к нам в Инстаграм. Немножечко повторимся, но он такой расширенный. Как давно вы занимаетесь волонтерским движением? Какие проекты у вас еще есть в данном направлении? Волонтерским движением мы занимаемся, Маша занимается с 2018 года, я с 2019 года. Больше активность начал заниматься ближе к непосредственно в пандемию.
проекты у нас разные. И сейчас мы, допустим, в пятницу запускаем проект донорский. То есть наши волонтеры, просто люди, мы максимально стараемся их информировать об этом, о месте, где будет проводиться данное мероприятие, что надо будет сделать. То есть мы будем сдавать кровь. То есть лицам, которые достигли 18 лет, могут спокойно сдать кровь. Вы пойдете? Да, я да. Мне 18 нет. А мне вот только-только исполнилось 18, я давно очень хотел. И вот цель у меня какая-то вот именно в этом плане — получить почетного донора, то есть денег вот не брать. Но это вам сдавать. Да. Не страшно, да? Перспектива такая, не пугает. А вот сейчас нас посмотрят и захотят присоединиться к волонтерам. Что нужно для этого сделать? Во-первых, какие требования к волонтерам? Требования... Нету как такового каких-то прям жестких рамок. Просто еще раз повторюсь, надо быть добрым, открытым, даже вот максимально коммуникабельным, вот насколько это вот представляется возможным для вас. И все у вас обязательно получится. Как-то вот критиковать, я не думаю, что вас кто-то будет критиковать. Вы можете зайти на сайт volunteer.imo.rf. Там будут списки с кураторами по вашему муниципалитету. То есть вы сможете связаться с этим куратором и вступить по вашему муниципалитету уже непосредственно в волонтерское движение. Волонтерское движение, да. Маш, у нас волонтеры-то дружно, не обидят новичка? Нет, у нас все дружно, дружный коллектив, новеньких поддерживаем. И поддерживаем, и стараемся как-то помочь. Вот бывалые волонтеры уже прикрепляют их к себе, дабы их научить, обучить чему-то. То есть наставничество. Наставничество, да, принимают. И надо мной в свое время тоже принимали наставничество. И получается, как только волонтер освоится, он уже будет сам работать. Вот, кстати говоря, а наставник в первую очередь что говорит своему стажеру? Или как правильно это называется? Он, как правило, поддерживает его, даже если он где-то что-то неправильно сделает, может как-то неправильно выразиться, поможет ему правильным словом и... Подсказывает, что как делать. Подсказывает, да, что и как делать. И волонтер новенький, он чувствует эту отдачу, поддержку, да, и не опускает руки. Мы уже говорили сегодня о том, что волонтеры оказывают помощь жителям нашего округа не только в период пандемии. Ремонт дома, новая мебель, уборка приусадебного участка и водопровод. Волонтеры при поддержке главы Одинцовского округа Андрея Иванова помогают 96-летней Тамаре Горячевой в решении бытовых вопросов. Подробности в следующем материале. Тамара Павловна – ветеран войны. Во время Великой Отечественной была медсестрой, спасала раненых солдат на полях сражений. Однажды получила боевой приказ, который выполняет всю свою жизнь. Своих солдат, которые мне сказали, чтоб я жила до 100 лет, потому что меня дважды хоронили, а я все живая, живая. А мне уже 96. Значит, надо дотягивать, выполнять приказ их. Жить до 100 лет. Тамара Горячева живет в частном доме. Ремонта здесь не было с 76 года. Приусадебный участок запущен. Ветерану тяжело за ним ухаживать. Именно поэтому за дело взялись волонтеры Одинцовского городского округа. В первую очередь они решили провести ремонт кухни. Обои здесь были поклеены почти 45 лет назад. А в качестве утеплителя на стенах были старые картонные коробки. Мы это все пообрывали, все это позачистили, сделали обрешетку на стены. Пришили новый гипсокартон. И сейчас все это грунтовано. Теперь в данный момент я шпаклюю стыки. Потом я буду шпаклевать все стены непосредственно. Готовить будем стенку по поклейке обоев. Михаил Воронцов сейчас в отпуске. Все свободное время занимается ремонтом в доме Тамары Горячевой. Вместе с ним еще 5 активистов. Волонтеры за собственные средства приобретают все необходимые материалы. Кто-то помогает финансово, у кого-то после ремонта остаются материалы, которые они просто отдают. Соответственно, все это собирается и что-то докупается. То, что нужно, там мебель, тут же гипсокартон, краски. И из этого, соответственно, мы потихонечку собираем. Тамара Павловна живет одна. У нее нет ни детей, ни внуков. Теперь положиться может только на волонтеров. Помимо ремонта дома, они уберутся во дворе, спилят сухие ветки деревьев и вывезут строительный мусор. Кроме волонтерской помощи, мы еще подключаем административный ресурс.
мы подключаем МУПы, мы подключаем управление по благоустройству. И вот не далее, как сегодня, приезжало руководство. Они посмотрели, сколько нужно машин приехать сюда для того, чтобы вывести весь этот мусор, старый забор. Еще один из значимых вопросов для Тамары Павловны – это водопровод. Вода в ее дом поступает из колодца через насос. В преддверии холодов женщина опасается, что эта ненадежная система может дать сбой. Как мороз замерзнет, вода уже в дом ко мне не пойдет. А мне с колодца не принести. И водопровод, и канализационные сети в дом Тамары Павловны уже подведены. Но чтобы их подключить, необходимо согласовать документы. Соседи по поселку обратились с этим вопросом к руководству муниципалитета. Мы буквально недавно обратились к главе Иванову, Андрею Робертовичу. Вот, и он нас поддержал, и сейчас этот вопрос сдвигается с места по поводу подключения воды. У нас проблема с этим есть, по поводу подключения воды и канализации. Мы пытаемся до холодов подключить. Согласования по подключению коммуникаций будут проведены до наступления холодов. Ремонт и уборка приусадебного участка завершатся в ближайшие дни. А чтобы помочь Тамаре Павловне выполнить и даже перевыполнить приказ боевых товарищей, волонтеры, представители администрации общественной палаты снабдили аптечку женщины всеми необходимыми медицинскими препаратами, которые рекомендуют ей врачи. В прямом эфире телекомпании «Одинцово» программа «Главная тема». Сегодня мы говорим о волонтерстве. Наш номер телефона 8-495-508-86-84. По нему вы можете задать свои вопросы гостям в студии. А я пока озвучу сообщение из нашего инстаграм. Женевьева11 говорит вам огромное спасибо. Вы пример нашим подрастающим детям. Вот, кстати, чувствуете ответственность? Да. Большая, да? Да. Вот даже сейчас вот вы комментарии зачитываете, уже вот приятный вот... Вот мотивация уже прямо сейчас пойти и вот что-то сделать. Подождите, это поберегите силы, они еще понадобятся. Чувство, а кто сейчас может к вам обратиться за помощью? Вот тогда весной сидели дома все, а сейчас это 65+? Нет, не только. Также могут многодетные семьи, маломобильные люди и также вот граждане старше 65 лет. Если им надо принести продукты, лекарства, иная помощь по дому нужна, либо психологическая помощь. Кстати говоря, людям, которые сидят на карантине, могут к вам обратиться? Они могут оставить заявку, да, у нас она обрабатывается, и, по-моему, вот она будет передаваться так же, как в первой волне, в МЧС, либо в территориальное управление. Я вот могу ошибиться в имени, но в «Мираж», мне кажется, вас спрашивает. Как ваши близкие отреагировали на ваше решение стать волонтером в столь непростое время? Есть ли у вас поддержка вне? Меня, наоборот, все поддержали. Мне сказали, если хочешь, помогай. У меня бабушка, мама, брат поддерживали. Сказали, хочешь, иди помогай. Мы не против. У меня точно так же. И бабушка, и дедушка, они как узнали, говорят, Кирилл, мы гордимся тобой. Мама, когда ей сказала об этом, она только говорит, а на учебу влиять не будет. Я говорю, мама, не такие. Я сразу маме сказал, мам, ты прослеживай мою успеваемость, если вдруг что, придется, конечно, что делать, чтобы хорошо закончить учебу. Вот, но у меня получилось совмещать, в какой-то момент даже чуть больше упор на волонтерство делал. На учебу это никак не повлияло, везде успевал, и поэтому мама потом со временем такая, Кирь, а ты сегодня пойдешь на волонтерку? Я такой, да, мам, пойду сейчас, чуть позже. В общем, мама оценила важность выбора своего сына. Вот по своему опыту могу сказать, мне кажется, страшно не заболеть самому, а страшно заразить своих близких. Да. Вот есть такое? Да, безусловно, есть. У меня и бабушки, и дедушки, и по маминой, и по папиной линии ко всем хожу, навещаю, но стараюсь сейчас вот на такой тяжелый момент минимизировать контакт с ними. Если вдруг бабушка мне звонит, говорит, Кирь, там надо за продуктами сходить, не поможешь? Я такой, бабушка, конечно, помогу, но на чай как-нибудь чуть попозже заскочу, потому что, сама понимаешь, что тяжелая ситуация сейчас. Вы за ответственный, да, подход ко всему, да, в том числе и к семейным таким, да, вопросам? Да, пытаюсь тоже помогать, у меня неслись тоже вот ко всему хорошо. У меня тоже родители все соблюдают, масочные режимы, пытаются...
Они тоже просят также там магазин. Мне говорят, передохни. Я говорю, нет, надо. Останавливаться нельзя. Да, да. Ребята, расскажите, пожалуйста, алгоритмы вашей работы сейчас. Вот поступает заявка, да, вам звонят. Что происходит дальше? Получается, заявитель звонит на нашу горячую линию. Оператор, который сидит в колл-центре, который обрабатывает заявку, он интересуется фамилией, имя, отчество заявителя, интересуется, какой муниципалитет, какой набор продуктов или лекарств, какая помощь в априори ему нужна, после чего говорит заявителю то, что ваша заявка будет обработана, с вами свяжется волонтер. Через некоторое время с ним связывается волонтер, говорит, через какое приблизительное время он к нему прибудет, что он готов оказать ему помощь. После чего приезжает волонтер и непосредственно оказывает ту или иную помощь. Смотрите, мошенники тоже, к сожалению, не дремлют. Вот пожилой человек как может заподозрить, что что-то не так? У нас есть определенный номер заявки, мы называем заявку, волонтер перезванивает, спрашивает, например, Мария Ивановна, это вы? Называет номер заявки, и все, так вот. То есть номер совпадает, и уже да. Заявитель да. Понимает, что это то, куда да. Он звонил. Если что, есть отличительные знаки, это мерч с одеждой, паспорта волонтеров. Паспорта волонтеров, к сожалению, ну, из-за поступающих новых волонтеров не всегда успеваем обеспечить их новым мерчем или паспортом. И бейджики. И бейджики, да, также есть. Но если что, конкретный упор можно делать на номер заявки. Просто многие тоже просят перезвонить, когда там будут прям подходить к дому. Там около подъезда, когда будет, там, например, вот я около подъезда, я сейчас вам буду в домофон звонить, и так да. Вот успокаиваются. Мы все время говорим о том, какую помощь оказывают волонтеры, а в какой помощи волонтеры нуждаются? Помощи, я не знаю, наверное, поддержка близких, их одобрение, это самое главное. А так администрация полностью обеспечивает нас и масками, и перчатками, и антисептиками, за что мы максимально благодарны, что можем защитить себя и заявителей. То есть, в принципе, всего хватает. Да. Да. Вот, в принципе, вот вы на себе уже почувствовали разницу, да, между, скажем так, весной и вот сейчас осенью. Что изменилось для вас? Мы сейчас более готовы уже к этой второй волне и. Ну, так сказать, прошли эти. Первый путь. Ознакомились с тем, что было, готовы к тому, что будет, то есть во всеоружии будем, так сказать. То есть максимально готовы к тому, что может быть. Ужаса какого-то нет перед тем, что нет. Опять все сначала, нет. Все начинается. Нет. Мы уже, так сказать, натренированные. И морально, и физически готовы. Да. Ребят, давайте напомним, вот там коротенькая, да, справочка, кто к вам сейчас может обратиться? Маломобильные люди, граждане старше 65 лет и многодетные семьи. За какой помощью могут обращаться? Они могут обратиться к нам за помощью в покупке продуктовых каких-то наборов, за лекарственными препаратами, также в покупке, за помощь какой-то по дому. И просто банальная выбросить мусор, помочь. И психологическая помощь. И как, собственно, люди, нуждающиеся в помощи, могут выйти на волонтеров? Ну, позвонить по номеру 8 800 201 91 21. Оставить заявку. Заявку обработают. Волонтер позвонит. Уточнит все, что нужно. И колл-центр работает круглосуточно. Поэтому могут позвонить в любое время. Оператор всегда ответит. В работу все заявки берутся или есть какой-то отбор? Все. Да, все, абсолютно все заявки. То есть мы не можем отказать по типу «Вы находитесь слишком далеко, мы не обработаем вашу заявку». Мы ее просто перенаправим в данный муниципалитет. По продуктам. Я так понимаю, что ограничения, наверное, те же самые, кроме алкоголя. Да, кроме алкоголя и табачной продукции. То есть продуктовый набор, состоящий из продуктов первой необходимости, дабы максимально обезопасить людей, помочь им, если это маломобильные люди. Там, допустим, мать-одиночка, многодетная, ей тоже надо следить за детьми, можно также помочь. Спасибо большое, Мария, спасибо, Кирилл, что пришли к нам сегодня в студию. Берегите себя, и вы, дорогие телезрители, тоже себя берегите. Время сейчас неспокойное, масочный режим. На самом деле, не так сложно надеть маску, а все-таки вдруг убережет.
И перчатки тоже не забываем, особенно в общественных местах. Спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. До новых встреч на ОТВ.